Совсем скоро поселок Новоселье в полной мере оправдает свое название. Здесь введут в эксплуатацию 3 многоквартирных дома. Причем это только начало реализации глобального проекта, который поддерживают местные и областные власти. О строительных перспективах моя коллега Марина Челапко. Поселок Новоселье растет и вширь, и ввысь. Один из крупнейших во всем Анненском поселении, он семимильными шагами идет к тому, чтобы стать полноценным городом. 4 года назад здесь утвердили новый генеральный план. Площадь увеличили с целью комплексной застройки, и уже 2-й год, как проект реализуется. Мы стараемся, чтобы этот вновь строящийся город, он был не просто пригородом Санкт-Петербурга или спальным районом Санкт-Петербурга, а был неким самодостаточным городом, который, наоборот, привлекал бы жителей Санкт-Петербурга на какие-то свои объекты, да, для того, чтобы именно сюда был приток населения, и здесь люди тратили деньги. А уж что касается жителей этого нового города, чтобы они непосредственно работали на своей территории. Предполагается, что на этой территории со временем возведут 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Но все это перспективный план. В этом году в эксплуатацию сдадут 1-3 высотки. Но самое главное, уверены в местной администрации, это даже не количество квадратных метров, а сам комплексный единый подход. Это позволяет еще на стадии проекта продумать всю социальную инфраструктуру, грамотно провести коммуникации, распределить на территории спортивные и бытовые объекты и даже распланировать карту зеленых насаждений. Любой инвестор, приходящий работать на эту территорию, который готов реализовывать здесь свои проекты и планы, не должен забывать и о социальной инфраструктуре. По мере того, как населенный пункт будет развиваться, проектом планировки территории определены места для размещения детских садов и школ в границах каждого квартала. Соответственно, те инвесторы, которые будут застраивать эти территории, будут обременены обязательством эти объекты возводить. Кроме детских образовательных учреждений, здесь запланированы 2 грандиозных спортивных объекта – уникальный экстрим-парк и ледовая арена, которая есть все предпосылки, откроется уже в следующем году. Здесь есть место для промышленных предприятий и индустриального парка. Так что помимо комфортного жилья, у новосельцев будет возможность, не выезжая за пределы поселка, и работать, и отдыхать.